Открылась продажа билетов на новый поезд «Киев-Перемишль». Он будет курсировать с 24 августа. Купить билеты можно во всех международных кассах «Укрзалезницы». В ближайшее время станут доступны и онлайн-продажи. Отмечу, это второй поезд «Интерсити Плюс». Он соединит Украину с Польшей, но маршрут будет проходить через Винницу, Хмельницкий и Тернополь. Это позволит жителям трех областных центров при помощи железной дороги путешествовать в Европейский Союз.